Так, ребят, посмотрим, как снимает видеорегистратор ибо на экшн камера в ночном, в ночных условиях, так скажем. Сказали спасибо и потихонечку едем. Камера SGK, мы с G6 Legend Air. Надо, кстати, сейчас просто режим видео включен, а надо попробовать использовать ее в режиме видеорегистратора. У нее еще есть режим прямо такой. Сереж, давай из дома еще напишу тебе. Через 600 метров держитесь правильно. Так, куда нам? На мост направо. Все, едем. Улица Донская. Ну, на мониторе, хотя что-то каких-то коричневых тонах. Все-таки я замечал, что в недостаточном освещении цвета как-то теряются. Это проблема с ИСО, если я не ошибаюсь. Так, здесь у нас что за фигня? Какой-то движ. Держитесь правее на мост, а затем через 300 метров съезд. Поверните направо. Фонари. Фонари. Какой-то качевый идет. Ну что, ребята, завтра планирую наконец-то выйти поработать в такси. Пока наслаждаемся выходными. Завтра посмотрим. Завтра, кстати, что за день-то у нас? Я, честно говоря, забыл. Мне кажется, воскресенье. Ну все, всем пока.